туда. А то все тут, а я потом в сарай. Мне это понравилось. Всем привет! Значит, вот еще подкупил шалевки, доски 40-й, бруса 50 на 100 и брус 20 на 30. Отдал за это 3350. Дописываем до сарая. Какие у меня планы? Брус маленький 20 на 30. Вот он. 20 на 30. Сейчас кусочек возьмем. Вот этот брус 20 на 30. Это я хочу поставить окна. Окна поставить. Вот, прикрутить четвертя. Или так, или вот так. И закрываться будет окно. Вот, вот это окно. Вот примерно оно закрылось. Все, и четвертя покрутить. То есть вот этот брусочек 20 на 30 я взял на четвертя. Шалевку я взял тут, где надо на опалубку кинуть шалевку прогнать 10 сантиметров высотой. Брус взял 100 на 50. Вот, вот этот. На короб. На дверной проем на короб. У меня вверху есть брус, этот сниму брус. Там есть, и тут на стойке вот это на короб покручу. Тут я поставлю утеплитель и брус 100-сотый поставлю сюда на короб. И сами двери я хочу сделать из доски 40-ки. Вот я заказал доску 40-ку, 20 сантиметров ширина, ну 200 миллиметров ширина, толщина 40 миллиметров, 40-ка. Я сначала думал двери делать из квадратной профтрубы 40 на 40, потом профлист, внутри утеплитель, там пенопласт или вата, и в самой внутри обшить USB. Прикинул, ну не хочу я такие двери, думаю, сделай обычные с доски 40-ки. Хорошие, крепкие двери будут, потому что вот здесь на сарае, вот на красном с кирпича и шлакоблока, у которой те сделал уже лет 15 или 20, с дерева и там, и с досток и там, ну что, просто пленкой оббита. И работают хорошо, и зимой тепло держат нормально. Поэтому решил тоже сделать с доски. С доски мне больше и нравится, не надо ничего с металла колхозить. Скручу с доски, то есть сделаю
сороковки доски двери. И остальная сороковка, хочу сделать здесь столешницу. Столешницу сделать сюда по над стенкой стол, вот, где газоблок лежит. И сюда, наверное, буквой Г поворачивать тоже стол. И сделать просто стол двухметровый, там развернуть, когда надо повернуть. Сюда тоже для бодни, ну, для там разрезать мясо, сало на столе на нормальном. Сверху зачистим, скроем лаком там или что, или просто чистая доска будет, то есть решим. И опилочки. Перекупил еще опилочки по 15 гривен набитый мешок. То есть нормально. Потом еще закажу, ну, на зиму потихоньку готовлюсь, где-то что-то подсыпать. То поросятам малым, то свиноматкам, то... Вот как маленькие поросята там пьют, то есть вода постоянно под поилкой стоит, туда подсыпаю и нормально. То есть вот так. А шалевку сюда на опалубки, и шалевку хочу Машке тоже сделать новую загородку, у нее там деревянная, сделаешь шалевки. Вот такие у меня планы. Поставить окна все поставить до зимы, до морозов. Поставить сюда дверь. И, может быть, начну проваривать клетки, ну, между собой, между стойкой и закладушкой. Начну, попровариваю. И посмотрю по погоде. Если нормальная погода будет, буду понемногу и сами клетки варить. Или клетки варить, или перегородку вот эту строить, которая у меня будет котельня и бытовка. Бытовка-кладовка. То есть, может, перегородку буду ложить. Ну, когда уже тут закроюсь полностью, не будет дырок, сюда не будет задувать, нигде ничего. Потом буду смотреть уже по времени, потому что зимой будет делать все равно. Особо так, что там, управился, карман наготовил, то все, и свободный. Можно уделять там какой-то час, два, три время на стройку. То есть, я так потихоньку решил, не спеша, потихонечку, время есть. Металл какой-никакой есть, потихоньку начну что-то тут крутиться делать. А палубку, вот мне доску надо на эту сторону сделать, отмостку, чтобы, допустим, для заливки готовить самих клеток. И уже я так более-менее определился по самим клеткам. Именно по клеткам определился, поэтому буду... Уже знаю, что мне надо примерно. Ну, я думаю, самое первое это сделать окна, сделать сами двери, закрыть вытяжки и тут сделать столешницы. Будут забои зимние, мух не будет, то есть спокойно те косты, части сала там, мясо, лотки, сутки положил на стол и все. Потом, когда закончился забой, приехал. Машина сюда подъехала, загрузила, не надо ничего носить, переносить и бегать с этими кусками мяса. То есть вот это вот первое. Ну и есть у меня цемент. Здесь у меня 4 мешка и там еще пару мешков есть. Может быть, выкопаю под заливку для перегородки. Небольшой такой типа фундамент. То есть вот так планирую. Решил с доски. С доски мне сама больше нравится. Почему доска? Потому что, ну, у меня есть железная дверь. Вот я сделал железную. Постоянно промерзает. Надо утеплять, потому что зимой изморозь. Вот, к примеру, уже 20 или 15 лет дверям. Это вот их тестом обил. Вот. 20 лет. Без вытяжек в сарае. Тут постоянно он держал свиней. Постоянно. Вот. Показали себя хорошо. И он, и тесть мне говорит, не делай металлические двери, сделай из обычной доски сороковки. Так же само вот. Но это я внутри утеплил. Тоже с доски. Тоже сколько там, лет 20 просыхалось уже. И все нормально. Но это правда в рамке в металлической. Ну, то есть рамка-то уже такое, по желанию, хочешь делай, хочешь не делай. А вообще, я решил, ну, для себя сделать деревянные обычные
и деревянное делать проще, быстрее. Будем смотреть, как там лучше будет. Ну и брусочек. Вообще, кому там надо нашим именно водолазским дерево, я беру на Харьковской. Там строительная площадка, стройматериалы там беру. Брусочек напиленный хорошо, ровненько, мне очень нравится. Доска тоже классная, ровная. Можно сказать, даже идеальная. Сейчас все аккуратно сложу, перевожу, чтобы ничего не покрутило. Ну, сейчас не лето, летом я брал то на солнце быстро. Я старался быстро прибивать. Она сыроватая, чтобы не так крутила. И шалевку положу все в сарай. Место есть у меня, куда ложить сейчас. Вот так. Вот это подкупил я. И тырцу надо спрятать. Так что, друзья, вот этим я сейчас занимаюсь. И уже скоро следующий забой будет уже в этой бойне. Мы с Андрюхой разговаривали. Он говорит, давай в новой бойне будем уже делать харакири. Поэтому будет здесь уже видео. И свет провести. У меня уже светильники есть. Тут сделать штук 4 или 6 светильников, чтобы ярко было. Там кто его знает, что будет когда-то в будущем. Может, там срочно надо будет кого-то под ножичек. Поэтому свет надо хороший. Вот закроюсь. Окна закрою. Подшиву под крышей тоже сделаю, чтобы оттуда не задувало. Закрою вытяжки. И тут будет уютно, без сквозняков, тепло. Свет кинуть какое-то временный. И потихоньку можно что-то зимой темнеет рано. И потихоньку шевелиться. Вот так. Пока что так. Вот так, друзья. Так что буду складывать доски. Всем пока. Удачи. Спасибо за просмотр.